Репортеры без границ назвали имена врагов свободы прессы. В список из 37 имен попали государственные руководители, которые, по мнению неправительственной организации, жестко преследуют журналистов и максимально осложняют их работу. При этом у каждого, как отмечено в докладе, свой индивидуальный стиль. Впервые в перечне оказался представитель Евросоюза. Это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С момента вступления в должность он планомерно, по словам репортеров, ставил под контроль независимые СМИ. И сейчас практически добился своего, вытеснив критиков правительства на небольшие онлайн-порталы. Еще один новичок списка – Мохаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии. Это королевство «Репортеры без границ» называют крупнейшей в мире тюрьмой для журналистов, где власти не терпят вообще никаких свободных СМИ. Впервые врагом стал и бразильский президент Джаир Болсонару, которого критикуют за грязную риторику вокруг пандемии и карантинных мер. К России и Китаю у репортеров отношения особые. Из этих стран в перечень вошли сразу по два человека. Президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин в списке уже давно. В этом году к ним присоединились региональные руководители. Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава автономного Гонконга Кэрри Лам. В числе врагов впервые оказались сразу две женщины. Вместе с Кэрри Лам это премьер-министр Бангладеш Хасина Вазет.